Девчонки, хочу записать вам небольшое видео. Будет оно в составе влога или это будет просто видео. В общем, только что ко мне пришел курьер, принес мне посылку с makeup.ua. Не могу я просто сдержать себя, постоянно что-либо заказываю. Вот. Редко, когда я там заказываю парфюмерию. В основном это же белорусская косметика, которую я не могу найти в нашем городе, потому что у нас только несколько точек с белорусской косметикой, и то сейчас она, одна из них переехала, и неудобно ехать в другой конец города. Вот. И да, кто-то мне писал насчет того, что я громко чмокаю во время того, как записываю видео. Что хочу сказать? Спасибо за замечание. Буду искоренять эту вредную привычку, но если вас так сильно уж раздражает мое причмокивание, то прошу, отписывайтесь, закрывайте это видео, закрывайте предыдущие видео, не смотрите меня и вообще забудьте обо мне. Поэтому те люди, которых не раздражает что-либо в моих видео, то прошу смотреть мои видео дальше. И простите за такое лирическое отступление. Давайте приступим к моему заказу. Заказ я делала небольшой. Прежде всего для того, чтобы заказать средство для ребенка. У меня закончилась крем под подгузник ему. Я решила заказать вот такую вот штуку. Baby Аптека. Это у нас Vitex, по-моему. Крем под подгузник «Чудо-чадо» с ромашкой и календулой с первых дней жизни. Крем-присыпка. На сайте makeup.ua очень много отзывов. Вот, было очень интересно заказать. Я это сделала. Кстати, забрала последний. Вот. И буду обязательно пользоваться. Кому интересно, мамочкам потом расскажу. Далее, такая вот пенка для умывания, ого, объем. Я еще не распечатывала, кстати, эту посылку. Вот сейчас с вами вместе распечатываю. На сайте я думала, что она гораздо меньше. Пенка для умывания, смягчающая для сухой нормальной кожи. На самом деле у меня сейчас очень много пенок для умывания, гели для умывания. Но я решила ее заказать, потому что она была по очень привлекательной цене. Она стоила в районе 40 гривен, это $1.5. Я не смогла удержаться на скидках. Вот, вообще люблю брать продукты на скидках, так как это как-то здорово экономит, да, бюджет, ну и, в принципе, приятная цена. Далее, продукт, который меня заинтересовал, это, я так понимаю, новая серия, называется «Целебная банька», также от Vitex, омолаживающая лифтинг-маска. У меня сейчас также очень много масок для лица в использовании и в запасах, но я не смогла удержаться, также она была по очень привлекательной цене, поэтому, кому интересно, посмотрите, это у нас глиняная маска, вот, очень интересно будет попробовать. И последний продукт, это тоже целебная банька, маска обертывания уже для волос, для корней волос, укрепляющая действие, сейчас активно восстанавливаю, укрепляю свои волосы. Вот, и очень интересно, тоже большой объем, приятно удивлена, думала, будет гораздо-гораздо меньше. И, в общем, вот эти вот 4 позиции, девчонки, у меня вышло всего лишь на 130 гривен. Это, ну, в районе, по-моему, $5, да, то есть это, ну, капец как дешево. Я даже в шоке, что такие объемы средств. На самом деле думала, что вот эти два средства будут гораздо меньше. А на самом деле здесь и на 150 миллилитров. А здесь целых 275. Чувствую, даже этот продукт мне потом поднадоест. Вот, ну, буду пользоваться. Потом обязательно в пустых баночках отпишусь. Девчонки, в этом видео я также хочу показать средства, которыми я пользовалась во время беременности, для того, чтобы предотвратить свои растяжки. Кому интересна подобная тематика, то прошу, оставайтесь со мной. И начать я хочу с такого вот средства от Лирен. Вот это называется «Буду мамой». Это польская косметика против растяжек на животе, бедрах и груди. Вот данный продукт мне посоветовала девушка, которая родила успешно, так сказать, без одной растяжки. Вот, сохранила свою форму, но
Ничего не могу сказать вообще о средствах для растяжек. Буду рассказывать только лишь свое какое-то мнение, да. Мое мнение таково, что если вам суждено быть с растяжками, да, во время беременности, либо из-за того, что вы сильно поправились, то ничего вы с этим сделать не сможете. Как бы вы ни поливались кремами, дорогими, дешевыми, средними маслами, все равно кожу вы можете укрепить, да, согласна. Вы можете чуть-чуть, может быть, как-то ее сохранить, да, в первозданном виде. Но если растяжки появятся, то, к сожалению, ничего с ними сделать невозможно. Вот, данные средства я использовала в течение всей беременности, начиная с 4 месяца. Конечно, чем раньше вы начнете, тем лучше. Но я руководствовалась тем, что пока живота у меня не было, пока он у меня не рос, так сказать, не вырос, я кожу никак абсолютно не подготавливала. Конечно, я использовала скрабы, масла, но это мой основной базовый уход, который ничем не отличался до, после беременности, во время, поэтому ничего не изменилось. Далее, в аптеке я покупала такой вот крем Baby Born. Очень мне понравился по запаху, по действию, очень приятный. Они где-то вот схожи, да, только этот стоит немного дороже. Его можно заказать на Мейкапе, этот можно купить в аптеке. Вот, в принципе, этот крем экономичнее, этот быстрее у меня ушел, так сказать. И, конечно же, использовала я масла. Такие вот масла Baby Dream. Кстати, они у меня еще полные. Почему я использовала их меньше? Потому что, опять же, липкость и жирность, которая после масла у нас, да, ее никуда не деться. Поэтому ее использовать, эти масла можно использовать вечером, да, перед сном. Оно очень медленно впитывается, я считаю, это минус. Но использовать его нужно. Здесь также пишется, что его надо использовать, как только вы узнали, что вы беременны. Можно купить это средство в сети магазина Watsons. Вообще, вот эта фирма Baby Dream очень бюджетная. То есть можно купить и влаговпитывающие прокладки для груди за достаточно бюджетную стоимость. Вот. Ну и, в принципе, это масло стоило в районе 60 гривен. Вот я взяла две упаковки, но они у меня полные, я ими практически не пользовалась. Опять же, повторюсь, из-за жирности. Далее, то, чем пользуюсь я сейчас. Я купила такую вот парочку от Zaya. Кстати, эти крема не бюджетные, как по мне. То есть это стоит порядка 200 гривен, и это где-то 250 в Еве. Это у нас укрепляющий крем против растяжек. Это уже масло после родов. Его я еще, честно говоря, не использовала, только открыла, дабы понюхать. Поэтому ничего по поводу этого средства я пока сказать не могу. Буду тестировать. В общем, очень интересно. Это укрепляющее масло после родов на живот, бедра и грудь. Что касается этого средства, очень сейчас активно использую на живот, на грудь, так как я кормлю грудью. Вот, пока у меня растяжек нет. Но я не считаю, что это заслуга этого средства. На животе у меня начали появляться растяжки. Использовала я мумиё немного, но, опять же, эффекта какого-либо не увидела. В общем, такое. Поэтому такой вот был у меня маленький обзор моих косметических средств, предназначенных для будущих мам. Вот. Но от себя хочу отметить, что если вы сейчас находитесь в положении, либо кормите, либо просто худеете, то, на мой взгляд, пользоваться такими средствами даже просто для того, чтобы поддержать свою кожу, укрепить ее, обязательно. А там уже смотрите на свое усмотрение, конечно, я думаю.